Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина Литманович, я художник и режиссер мультипликационного кино. В 2005 году у меня вышел первый мультфильм «Хеллумские обычаи». Это была моя дипломная работа в школе-студии «Шар» в мастерской Федора Савельевича Хитрука. Спустя 4 года мы собрались небольшой командой и сделали мультфильм «Домашний романс». Над ним мы работали целый год. А сейчас, на протяжении последних 2 лет, мы снимали мультфильм новый, который называется «Облака ручной работы». Это картина о разных оттенках любви. В ней 5 историй, 5 этапов любви. От детства к старости. Все истории связывают одно и то же чувство, по-разному проявляющееся в зависимости от жизненного этапа, на котором находятся герои. В настоящий момент мы прошли уже более половины пути, и за это большое спасибо Министерству культуры, которое на 70% финансировало нашу работу. Однако по правилам Минкульта больше 70% бюджета они не выделяют, поэтому эта большая работа начинает терять кислород. К сожалению, все попытки найти деньги где-либо уже на протяжении 7 месяцев не увенчались успехом. Я вполне понимаю, что гораздо важнее собирать сейчас деньги на лечение людей, а искусство – вещь, казалось бы, необязательная. Но возможно, что фильм по окончании доставит радость и душевное вдохновение. Для меня это всегда ценные переживания, поэтому и стараюсь их передать в своих работах. К тому же, этот фильм – результат работы целой группы талантливых людей, и я считаю своим долгом довести его до конца. На странице нашего проекта на сайте Planeta.ru есть подробная информация о нашей съемочной группе и ссылки на мои предыдущие работы. Спасибо заранее всем, кто поучаствует. Если нет возможности это сделать финансово, то мы будем очень рады, если вы расскажете о нас своим друзьям. С наилучшими пожеланиями Ирина Литманович, Вадим Пегас, Лидия Маятникова, Фазиль Гасанов, Игорь Скиданбосин, Михаил Семенцов-Ильевский и Вячеслав Литманович.